Приветствую вас, дорогие мои. Я нахожусь сейчас в Икее. Делюсь с вами. Вот это уголок для отдыха. Ну, вот такая стеночка с такой мебелюшечкой, с таким диванчиком. Но я сейчас люблю раскладные. Тип такой, как, допустим, у моей дочери. Диванчик очень нравится, раскладной, он превращается в кровать. Так, сейчас мы смотрим. Ну, очень-очень оригинально. Наборчик $819 канадских. Вот диванчик 949-950. Светильничек такой прикольненький. И вот столовая. Очень просто все. Идем дальше. Такая вот стеночка. Кстати, как фрагмент для уголка, для отдыха. Это отлично. Итак, и дальше мы переходим и смотрим. Это у нас спальный гарнитур. Комод люблю, шкаф-купе и большая кровать. Я люблю шире кровати, если честно. Это называется тоже раскладная штучка, но сюда можно прятать постельное. Так, вот, пожалуйста, это постельное. Так, и симпатюлечные халатики. И сейчас смотрим. Так, вот она цена. 49, светильнички 30, считайте, десятка вот светильничек. Ну что, очень отлично. И любимые мои ванны. Вы знаете, но все-таки Икея я даю предпочтение. I'm sorry. Вот, пожалуйста, вот ванна, если посмотреть, то получается, ну вот. Где там стою? Да. А, конечно, здесь можно джакузи оборудовать. Извините, на себя переключилась. Вот там-то как душ-кабина, как туалетик. Интересно, загляну сейчас в туалетик. Ну ведь я любитель. Посмотрите, как прикольненько. Все здесь вот так вот. То есть вы можете. И заглядываем. А, запечатанный! Чтобы никто не открывал. Но система американского туалета и канадского тоже, это вот здесь нажимается кнопка. Так, дальше. Шкафчики мебельные. Да, тики-тики. Так, отличненько. Отлично. Так, удаляемся из этой комнаты. Интерьер. Смотрим дальше. Уголок для отдыха. Мягкий. Ну вот я такие не люблю. Я люблю, чтобы раскрывалось и полностью. Два можно, двух-три местные. Они комбинируются, подбирать. И на кнопку лежишь, сидишь на диванчике, раскладываешь и ложишься поза лежа, отдыхаешь. И еще один вариант смотрим. Это у нас как бы кухня. Ну, получается, можно набрать жилую квартиру. Как бы плита включена. Отлично. Ну, вот такой холодильник тоже прикольненький. Здесь морозилочка внизу. Нет, закрыто, не открывается. А здесь система та же самая, как американский. Вот у нас по типу такого, но здесь у нас еще для льда есть фильтры установлены прямо в самом холодильнике. Ну вот, пожалуйста. Хозяюшки, смотрите. Ну, столько подсказок, конечно, у вас могут быть журналы. И кто, может быть, собирается приехать в Канаду, смотрите, пожалуйста, это Эдмонтон. И я думаю, что во всей Канаде идут такие цены. Так, ну, такой раскладной столик. Все очень просто. Всякие такие полочки. А, тут просто жилая квартира. И вот смотрите. Комнатка небольшая. Такая кроватка. Шкафчики. Отличненько. Дальше идет уголок для отдыха. Цены видно, не называю. Еще раз повторяю, цены канадские. Так,
И вот как бы ванная комната. Здесь душ, кабина. Единственное, что душ, что в Америке, что в Канаде, мы привыкли вот этот, чтобы у нас был вот этот шланг вот этот, как у меня, так гнутый. Здесь тоже закрыт унитаз. Ну что, прекрасно, все отличненько. И сразу тут у нас детская комнатка. Светильнички, цветочки, такие милые, симпатюлечные. Вот такой вот специально для белья подсказочка. Ну что, очень-очень даже симпатюлично, классно. И вот такие вот эти вот контейнерочки. Здесь можно все складывать. Обратите внимание, вот эти очень удобные шкафчики. И можно игрушки складывать для ребенка. И еще большой плюс, ну вот, вот такие вот по типу таких сеток. Но очень удобно. Малыш сам складывает здесь и достает игрушки. Итак, вот этот уголок для отдыха. Отлично, дорогие мои. Здесь у нас полностью зал, где можно просто выбирать мебель. Я постараюсь сейчас найти именно, возможно, может быть, то, что мне нравится. Не знаю. Попробуем. И следующий вариант. Уголок для отдыха. Ну, вот так очень удобно. Напольная ваза. Приближаемся. Люблю стекло. Ну, считай, 50 канадских долларов. Американских будет меньше. Может быть, между 40-50. Вы меня извините, пожалуйста, мне нужно привыкнуть еще подсчитывать. Надо сегодня перестроиться, потому что я сегодня еще первый день и только была в банке, где мы делали обмен американского доллара на канадский. И еще у меня один уголок, но тут не один. То есть вариантов очень-очень много. Ой, интересно, я слышу русскую речь, молодой человек говорит на русском языке. Это для меня так странно. Ну, здесь много иммигрантов, я вам хочу сказать. Здесь 90-95% иммигрантов. Особенно Эдмонтон, он очень популярный. Ну что, итак, дорогие мои. Буду говорить немного потише, мне извините, чтобы не приковывать к себе внимание. Вообще, IKEA разрешают снимать кабинет. Разрешают снимать, потому что это как бы реклама. Это как бы реклама. Вот на колесиках очень люблю всякие штучки. Итак, теперь мы будем идти дальше. Я хочу сказать, вот такой обзорный зал.